Ребята, привет! Смотрите, какая у меня классная коробочка. Здесь не конфеты и не подарок, это автосамодельный очиститель воздуха. Захотела сделать что-то симпатичное и функциональное. Вот я сделал из обычной коробки для конфет вот такой вот очиститель. Давайте посмотрим все устройство с самого начала. В этом тюбике герметик. Это обычный вентилятор для компьютера. Разъемы для блока питания. Разболты. Такая коробочка. Вот такой вот блок питания от мобилки. Зарядная. 5 вольт выдает. Здесь у нас 12 вольт. Есть еще вот такой вот блок питания. Он выдает 12 вольт. Коробочку здесь не так. Вот это делаем разметку. Как он работает? Здесь все очень просто. Внутри есть вентилятор, который всасывает воздух. В емкость, да, наполняется вода. Воздух, который всасывает вентилятор, врезается в воду. Там остается вся грязь. А чистый воздух вместе с частью влаги выходит через боковые щели. Убираем сюда воды. Вот, вместе с водой. Поставили наш фильтр под елку, а то смотрится как новогодний подарок или какой-то новогодний аксессуар. Стильно и эффективно. Вентилятор бесшумно крутится, и вы не слышите. Вот мобильный заряд подключился. Все, оставляем, смотрим результат. Так, прошло 12 часов, откроем, посмотрим коробочку. Ого, сколько насосало! Для работы этого устройства используется два блока питания. Первый — это с обычной мобилки. Я сделал вот такой вот разъемчик. Здесь разъемчик симпатичный, все как бы красиво подключается. Это на 5 вольт, он работает вентилятор в половину своей мощности, бесшумно. Второй блок питания у меня есть на 12 вольт. Вентилятор работает на максимальных оборотах. Его большая производительность
Ну и шуму, соответственно, тоже больше. Поэтому есть у меня ночной режим, вот так вот выглядит, и дневной режим. Как вы поняли, куча мусора в коробке — это просто прикол. На самом деле, та пыль, которая летает вокруг нас, ее очень тяжело увидеть. В коробке ее можно рассмотреть только при помощи фонарика, и плавает она тонким слоем на поверхности воды. Воду, соответственно, нужно каждый день менять, если вы хотите дышать свежим воздухом. Надеюсь, это видео было полезным и увлекательным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, пока. Срочно подпишись на канал, поставь лайк и поделись им в соцсетях.